Так, представьте, кто вы? Майор Головенский Алексей Сергеевич. Дата рождения? 22.02.90. Посада? Посада не... Должность? Командир звена. Номер части? 59.882. Быт, какая частина? Не понял. Какая часть? Какая часть? Это... авиационная часть. Где? Крым. Где находится? Место дислокации? Крым. Город? Город. Саки. Полностью город Саки, да? Город Саки. Так, какая у вас была задача? Разведка. Полностью задача как? Это местная, это местная. Воздушная разведка. Воздушная разведка, вот так и называется. Так, другой капитан, представьтесь. Козлов Алексей Игоревич. Голоснейшее. Козлов Алексей Игоревич. Дата рождения. 2.03.88. Посада, должность. Штурман звена. Штурман? Звена. Номер части. 59.882. Место дислокации части. Саки. Откуда родом? Смоленск. Город Смоленск. Где проживаешь? Прописка. Крым. Прописка, адрес? Адрес, город Симферополь. Адрес, адрес. Улица, дом, квартира. Улица Кичкемецкая. Дом 97, квартира 56. И как задача была у вас? Разведка данных объектов. Стоять в зоне ожидания. Сколько вылетов вы изъяснили с 24 лютого 22 года? Три-четыре вылета. По каким местам працювали українцям? По морю. Разведка, разведка моря. Скільки ви скинули бомб, скільки забомбили городів? Бомби не кидали. Істребітель ходили на кришу і на розвідку. Майор, ти? Так точно. Ми один екіпаж. У нас задача морська розвідка.